У Гомеля супрацоўнікі кампаніі А1 правялі майстар-класы па лічбавай пісьменнасці для людзей старэйшага ўзросту. Бясплатныя заняткі былі арганізаваны для ўсіх жадаючых і прайшлі ў тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва савецкага і чыгуначнага раёнаў. Майстар-класы ў Гомелі наведалі больш за 50 удзельнікаў. Падрабязней у нашым сюжэце. Цифровое волонтерское движение «Я онлайн», организованное компанией А1, уже третий год продолжает объединять всех, кто хочет научиться пользоваться смартфоном и мобильным интернетом или помочь в этом другим. С 2022 года основной аудиторией проекта стали не только люди старшего поколения, но и люди с инвалидностью. Цель нашего мероприятия – это познакомить более старшее поколение с миром услуг цифровых, да, окунуть их, скажем так, в мир Инстаграма, в мир доставки, в мир упрощения своей жизни. Но я думаю, что это достаточно важно, потому что поколение, как мы видим, заинтересовано в это, да, поколение наших бабушек, матерей. Мастер-классы уделяют внимание вопросам цифровой безопасности, что придает участникам уверенность в использовании современных технологий и помогает снизить риск попадания в сети мошенников. Участники проекта пожилого возраста приобретают навыки, позволяющие им не только общаться с близкими, но и быть активными в социальных сетях. Таким образом, сокращая для себя риск социальной изоляции. Это очень важно, особенно для людей пожилого возраста, потому что они здесь общаются, они общаются с молодежью, они общаются со своими сверстниками. То есть они учатся чему-то, и это позволяет им, ну, как-то свой ум развивать, мысли и прочее. Чтобы обучающимся было проще сориентироваться в том, какие возможности перед ними открывает доступ к мобильному интернету, компания А1 совместно с фондом ООН в области народонаселения и при поддержке Министерства труда и социальной защиты подготовила учебные материалы. Практические советы разработаны специально для социальных работников. Путеводитель смартфон – это легко, на ясном языке для людей с инвалидностью. А также обновленный «Я онлайн» – путеводитель для начинающих интернет-пользователей. Сегодня для граждан пожилого отделения представилась возможность поучаствовать в мастер-классе, который проводят волонтеры, сотрудники компании А1. Это дает возможность пожилым людям не только обучиться, но также практически использовать приобретенные знания для, ну, для дальнейшего использования интернета. Участие в мастер-классах способствует формированию сообщества, где пожилые люди могут обмениваться опытом и поддерживать друг друга в процессе приобретения цифровых навыков. Реализация такого проекта при поддержке Министерства труда и социальной защиты станет еще одним значительным шагом к достижению цели. Определенной национальной стратегии «Активное долголетие 2030» и направленной на увеличение к 2030 году числа пользователей интернета старшего возраста со 40 до 65%. Я очень довольна, я теперь буду пользоваться всем этим. Расскажу своим внукам, что у меня повысилась компьютерная грамотность. Я очень благодарна организаторам, очень много внимания, отвечали на каждый вопрос. Очень интересно, конечно, я узнала, как е-доставку оформить. Не было у меня Яндекс.Такси, как вызвать. Мне очень понравилось. До конца 2023 года такие мастер-классы также пройдут в территориальных центрах социального обслуживания населения в Витебске, Барановичах, Гродно, Бресте и Могилеве. Анна Кустачева, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».